Привет, ребята. Очередной обзор еды. Но это алкоголь. Пиво я не люблю. Но было интересно просто. Это 29 рублей стоит эта банка. Вот так вот оно. Король Ян. Вот код вы видите. Здесь производитель Оливария, а тут Оливария. Ну, в общем, обычное пиво, но вот цена, конечно, удивляет меня. Такая наклеечка какая-то с защитой. Что странно, другие так типа, ну, она стоила бы рублей 80 бы, наверное. Откуда цены берутся, фиг знает. Ну, как еще расскажу по составу, но обычное такое, по мне, пиво на троечку. Единственное, что интересно, я сказал, что вот цена. Для этого ролика снял. Ну, всем пока.